старт Лиги Чемпионов. Это как бы начинается новый сезон. Хорошая мотивация игроков. Сейчас переизбыток травмированных, но мы должны из этой ситуации выходить. Я надеюсь на хороший результат. Бенедикт очень хочет играть завтра. А когда игрок хочет, то, думаю, он сможет. Сейчас Локомотив в группе объективно слабее остальных команд, но мы постараемся показать на бою, что мы можем играть с этими командами, и я надеюсь, что так будет. А красивые эмоции будут завтра после игры. Первая игра – это самое важное, которое есть. А дальше уже сама ситуация подскажет, какое будет турнирное положение. И далеко заглядывать, я думаю, не имеет никакого смысла. Завтра самое важное игра. Danke schön. Ja.